этом году фестиваль объединил более 7 тысяч студентов из 104 стран мира. На мероприятии учащиеся КФУ продемонстрировали свои таланты и познакомились с культурой друг друга. Перед началом концерта на втором этаже Уникса была организована работа интерактивных площадок. Там можно было узнать о традициях и обычаях народов мира, поучаствовать в мастер-классах. Если вы приедете в Узбекистан, то первым делом вы должны посетить Чайхану, попробовать настоящий узбекский плов и посидеть и поговорить. Все девушки носят головной убор, это тюбетейка или же платок красивый с ручным вышивкой. Во время концерта иностранные студенты КФУ представили на сцене свои лучшие танцевальные постановки, театральные миниатюры, номера оригинального жанра и вокальные композиции. Елизавета Никитина, Булат Садыков, Универньюз.